Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Левчик. Я представляю вам новый кавер и предлагаю досмотреть его до конца, ведь сегодня на протяжении всего ролика на экране будут появляться буквы, из которых вы должны будете составить слово. Первых 10 человек, которые правильно напишут слово в комментариях, я лайкну вас и отвечу на ваш коммент. Ребята, у вас уже есть новогоднее настроение? У меня оно уже появилось, поэтому я решила сделать себе предновогодний подарочек. Это новый космический крастибокс. И как всегда, распаковка. Давайте же угадаем, что первое лежит в крастибоксе. Конечно же, это фирменные наклейки крастибокс. Следующее, что я вижу, это вот такой вот звездный ежедневник. Посмотрите, какая классная бутылочка с ярким чехлом мне попалась. Следующее у нас космическая обложка для документов и вот такой вот блокнотик для ваших записей. Смотрите, крастибокс предусмотрел, чтобы все эти подарки вы смогли положить вот в такую вот супер стильную космическую сумку. О, мое любимое, вкусняшка, а точнее леденцы, ты просто космос. О, ну у меня уже коллекция блокнотов из крастибокса, так что буду записывать туда всякие секретики. Далее поп-сокет для телефона и традиционный секретный подарок, в котором были вот такие вот синенькие носочки. Если вы не знаете, что подарить своим друзьям на Новый год, лучший подарок – это крастибокс. Ссылочка будет в описании. Мы встречались с тобою полгода, и бывало в душе непогода, но мы встретим тот ясный день. Пара-пара-пера-пера. Я так счастлив, я снова влюбился. Я не похож на красивого принца, но осталось лишь пару недель. Папа-пера-пера. Кто не знал, я в своем инстаграм проводила конкурс на участие в моем ролике. И сейчас в студии видео от моей подписчицы. Всем привет, меня зовут Таня, я пишу песни, пишу стихи. 14 августа вышел мой первый трек «Музыка», мой творческий псевдоним Агата. Скоро выйдет мой второй трек, он будет совместный, будет очень интересный, очень зажигательный. Вот, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании под этим видео. Всех люблю!